На площади Савеловского вокзала в Москве заработала выделенная полоса. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Центр организации дорожного движения на странице в Twitter сообщает, что в Москве на площади Савеловского вокзала заработала новая выделенная полоса для общественного транспорта. Отмечается, что теперь автобусы смогут заезжать ближе к вокзалу и метро, не пользуясь полосой на Малом Савеловском путепроводе. Уточняется, что с 25 ноября выделенные полосы запустят на улице Красного Маяка, на проектируемом проезде номер 5108 и в Орликовом переулке. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!